Добрый день, ученики. Тема сегодняшнего занятия плавно вытекает из предыдущих двух. А тема сегодняшнего дня итоговая за 11 школьных лет. То, чему учат в школе, на зубок знают эти ребята – выпускники 11 класса школы номер 3. Сегодня их день. В зале собрались родители, друзья и младшие товарищи. Для ребят они подготовили творческие подарки. Впереди много открытий, много интересной учебы, 5 лет института, самое яркое – своих одноклассников. Буду очень скучать по ним. Самые яркие личности. Конечно, ребята не забудут и свою вторую маму, классного руководителя. Самые важные слова они еще услышат в кулуарах класса. Эмоции зашкаливают, призналась учитель. А в большой жизненный путь проводила выпускников директор школы. Школьные годы, ребята. Они были насыщены интересными делами, встречами в увлекательном мире наук. За эти годы вы повзрослели, стали умными, красивыми, самостоятельными. Впереди взрослая, серьезная жизнь. А вот и первая учительница Людмила Михеева. Их встреча произошла 11 лет назад, но до сих пор она помнит этих ребят маленькими с большими портфелями и испуганными глазами. Сейчас в этих глазах багаж знаний, которые они унесут с собой во взрослую жизнь. Дети эти очень ласковые были, добрые, замечательные. И сегодня у меня, конечно, очень волнительный день. Эмоции плещут через край. Сдержать я их просто не могу, хотя я вообще-то сдержанный человек. И хотелось бы, чтобы у этих детей все сложилось удачно и хорошо. Они этого заслуживают. Как сложится их дальнейшая судьба, во многом будет зависеть и от выпускных экзаменов. С 28 мая по 2 июля более 1600 человек сдадут ЕГЭ по разным предметам. Одним из первых станет экзамен по математике. Он пройдет 30 мая, а испытание по русскому языку назначено на 6 июня. Реализовать все, что задумано, пожелал мэр Вологды Сергей Воропанов, тоже выпускник 3-й школы. Огромное слово признательности. Вы воспитали не одно поколение достойных граждан, жителей нашего. Дорогие выпускники, впереди очень много серьезных, амбициозных задач. Конечно же, в первую очередь, это экзамены. Я хочу вам пожелать, чтобы вы для себя наметили в жизни план и уверенно шли при поддержке, конечно же, своих родителей к своим целям. Я хочу вам пожелать, чтобы вы ставили перед собой амбициозные цели. Такие слова сегодня звучат в адрес 1100 выпускников 11 классов. Всего же в Вологде красную ленту надели порядка 4400 ребят, которые закончили 9 и 11 классы. Праздничные мероприятия проходят в каждой школе. Чувство, что 11 лет прошли как одна минута. Хочется плакать, благодарить всех. Не можешь осознать, что сегодняшний день, он как бы, мы к нему шли 11 лет вместе с детьми. Время осознать это у ребят еще будет. До начала приема документов в вузы остался примерно месяц. А пока еще они могут услышать свой школьный звонок в последний раз. Ангелина Евстафеева, Михаил Прищев, Вологда РФ.